Что ты, заяц деловый? Не жарко тебе, не Рудька? Нет, мы зачем забыли мы зайна? Потому что мы слишком... Ох ты, болтунчик, болтун маленький. Я маме не сказал, что нам надо. Да? Такий, знаешь, такий мужичок маленький. А вот это, Ира, так и не забрали, да, оцей комод? Да нет, можем тебе забрать. Это люди везли, это... Беженцы привезли, оно не влазит ни в двери. Ни... Невозможно тяжело. Это чей-то, да? Чей-то, конечно. Так а что не забирают? Все... Так а, они тут живут или они ушли? Наверное, где-то покупка. А. Так забирай себе. Да, да. Я как мама твоя. А, лифт на второй этаж? Нет. Родичка, я карту можно. Ты был рыжий, да. Так, ты забыл, как ты уменьшился. Мама, ты себя как чувствуешь? Мама прекрасна, только сахар несет. Мама, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Ну, нормально. Ты какой-то толстячок сам вырос. Толстячок? Да, я вижу, ты любишь покушать аппетит. Я решила, я вижу, ты любишь жарить покушать. Слышишь? Слышал, говорит, вот такая, ты такой толстячок стал, я вижу, ты любишь покушать аппетитно. У меня стільки внучок, і доча, вона є кому давати, не переживай. Кого, мам? Кого давати? А шляпка твоя? Таке точно, таке тільки з етикетку, я не відрізала. Я хотіла Зіні. Зіні только. Хотіла Зіні? Ні, ну я не хочу це слышать даже. Ні, Іра, я просто тобі кажу. Заходите, пожалуйста, говорит. А знаешь, говорит, ты такой толстячок стал. Любишь? Ты такой толстячок стал. Я вижу, ты любишь вкусно покушать. Она говорит, Родик. Не спутаешь ни с какой. Мамка, проходи. Ой, привет. Привет. Зайчик, привет. Привет. Сегодня были тебе башмаки. Операционно. Где твоя шляпа? Привет, зайка. Мама, где твоя шляпа? Тебя спрашивают. Курочка моя. Кариш, раздевай его. Ты похудела, Карина. Да. Похудела? Есть, да? Сразу заметил. Да? Молодец, а как ты? Просто там, да? Без всяких. Что? А, брейки. Ты... А Коля, кстати, поставил брейки. Ты? У тебя болела, Карин? Прям. Ну, он писал, Дашу, капец, болит. Болят зубы-то. Мне врач говорил, что первые 4 дня мой. Болит, да? Но ты уже привыкла к брекетам, не стесняешься, и да, довольна. Я как имею. Стесняешься? Еще до сих пор. Так, там голубенькая половина. Ой, сейчас, да, для рук, для ног. Сейчас начнем мыть руки. Моя картина. Можем не мыть? Да? Да, давай не тужися. Хорошо, хорошо. Где ты такого понахватался? Я соскучился, говорит, давно не виделись, дружище. Вот это вам поменяли лишь раковину, да? Да, да. Новую по гарантии, да? Да, новую по гарантии. А сколько лет она у вас стояла-то? Ну, вообще гарантия была 5 лет на нее, а у нас получалось, когда мы позвонили, было ну, где-то 5,3 месяца, 5,4 месяца, угу. Но мы раковиной пользовались меньше. Тут же с ремонтом считалось. И она вот как-то, наверное, года через 2 эксплуатации по ней пошли... Мелкие. Угу. Роди, ты руки мыть. Роди. Ну. Пошли. Нет, так руки не моются. Пошли мелкие эти. Подожди, Роди. Пошли микротрещины, они пошли, шли. Короче, она вся стала трещиной. Ага. Понимаешь? И ну и что, мы позвонили, мы хотели купить. А они говорят, хотели, да, мы, потому что у нас в магазинах, где мы такой не видели, мы позвонили туда и хотели купить. А они же говорят, скидываем, что мы ее купили, ага. Вот, ну, скинули, как она называется. Ага. А там была дата, когда мы ее покупали, и они же там, мы вам поменяли. И бесплатно приехали? Бесплатно, и на новую почту даже оплатили. Да ты что? И она, это она пришла у нас еще, я тебе говорю, перед Новым годом. Вот это мы ее только поставили, потому что, ну, угу. Она в гараже валялась. Видишь, по очереди, может. Это вот. Разве мы что, давай, искорей. Мой. Давай. Давай, что ты за бред? Вообще, я мою руки, вот я тебе скажу, ты неправильно мою, все вот так. Это мою руку. Положи, смотри. Я мою аж вот так, аж сюда. Вот ты когда с улицы прихожу,
Я ж сюда могу. Ну. Ой, что-то я не то нажала. Блин, я себя! Я себя! А ну, Самвел! Нажми, там кружочек есть. Какой, где? Вот там кружочек, вот да, вот. Да. Ага. Вот ты тоже. Господи, целую я... Точно. Видишь, я вот так мою всегда руки. Аж вот так. Потому что мне кажется, что вот так помоешь, а тут грязь попадала. Не знаю, мне вот аж так все тепло одеты. Капец. Ну, Ира, я с утра выезжал. Ну, так можно же было, снимай футболку. Есть у тебя там футболка? Ну, есть под низом. Ну, вот раздевайся. Борщ будете кушать? Да я заходили, мы заходили вот эту, знаешь, как оно, львийский пляцкий, короче, девочка. Ну я взял там с маком такой, ну чуть-чуть, а мамке рыбу со шпинатом. И все. Ну есть борщ, есть немножко гречки, есть немножко, ну матери нельзя гречка, но гречки ему, ну что, так борщ будет или только второй? Ой, тебе так и борщ. Подавать. И в баню. Все, не даю, даже. Тебе так и борщ, ты мне скажешь. Мама, ты борщ будешь, мам? Борщ будешь? Буду, конечно. Что ты спрашиваешь? Мама, буде все. А ты будешь борщ? Я буду, попробую. Иди ты в баню, а как ты едешь? Я сейчас попробую твой борщ. Конечно, лучше. Родичка, зайчик, я лучше готовлю, чем твоя бабушка. Почему? Почему? Перестань болтать. Потому что я профессиональный повар. Бабушка, лучше. Нет, я так не думаю. У меня таланты свои лучшие. Слышишь, Оля, я так не думаю. И что я, понимаешь? Ой, Родик, я не понял. А что за цветочки, Русика? Твоя Таня любит большие. Да. Я на дарю. Любит большие. По поводу какому? Ой, Ира деловая, зарисовала. А мусорное ведро на столе. Да, вот поэтому мне дарят цветы. Просто без повода. Так она сейчас пьет. А по поводу? Просто без повода. Без повода. Ой. Что ты рассказывай, как дела? Ируська, хорошо все. Что там в театре? Нормально? Все хорошо, репетиции. Вчера было прослушивание, набирали режиссера, дирижера, солистов, хористов. Прослушивание большое было, мы сидели, слушали, смотрели. Нормально все. Репетируем «Летучую мышь». На украинский язык переучиваем. Вот, вот такое все. Вот так все хорошо. Слышишь, а это... Ну что, у тебя сегодня есть этот твой? В 2 часа, да, часа, да. Ага. Ну, тебе в 12 надо выехать. Я тоже с помадой. Ну, хотя бы 12:20, да. Ну, это не помада. Это не помада. Не надо тебе такое. А зачем? Что это? Бальзам для губ. Тебе нельзя помадой. Как я выгляжу? Шикарно. А я? А ты просто супер. Ну, спасибо. Ира, ну я с ним даже не попрощался, потому что у нее муж приехал, дома спал как раз. Он говорит, только приехал час назад, лег спать, и она хотела, она приглашала в квартиру. Ну, ты же говорила, ты же мне вчера говоришь, что я час там, у нее. Ну да, я же подумал. Ну, я так и ждала, вот где-то... Но мы не поехали туда, я поехал в это, просто ну, в эту пляцкий, в Ильинский пляцкий, заехали, посидели. А зачем туда заезжать? Ну потому что, чтобы с ней посидеть, пообщаться, да. Спасибо. А носки? Мне Юра подарил. Начинается опять пикторик. Родя, успокойся. А что он говорит ей? Это в туалете. Карин, достань горшок. А что вы на горшок? Он уже на унитаз должен ходить, Ира. Ну как, сколько на горшок можно ходить? Я, как скажут родители. Ну ты же воспитательница. У тебя дети... Понимаешь, когда система, когда он и там, и там на унитазе, тогда это система. А когда он тут на унитазе, а там на горшке... Где там? Ну, дома, например. А что он не на унитазе? Так, подожди. Есть еще, знаешь, что мамке нужно такое, ну, гречка... Не, это углеводы, чтобы ты знала, это нельзя. Есть котлетки. Есть не котлетки. Надо, борща хватит. Она ела такой этот рулетик со шпинатом и с рыбой. Котлетки мне свеженькие. А ты будешь гречку? Или есть у меня гречневая лапша? Тоже не буду, ни то, ни то. Только борщ? Да. А что ты... Я бы сыр рассосал. Ира, кстати, я тебе благодарю. Очень классно. Вот я те дни, которые был в Коломыи, я каждое утро так завтракал. Я приехал оттуда 81 килограмм. Уезжал 84-83. Вот за неделю 2 килограмма у меня ушло. При том, что я там и ездил, и мы в кафе ходили, и туда-сюда. Вот. Но тем не менее, я тебе скажу, что вот это рассасываешь, и действительно, ни желудок не сосал у меня. Не есть не хотелось, вот до 2 часов дня спокойно. Ты съел чуть-чуть, да. Ты получил организм то, что ему надо,
Ты не съел вот такой тазик, да, от которого ты поправляешься, это не угодно. Очень классно. Ну это же это вот эта женщина, но она бесподобная, конечно, это она молодец. Я у нее взяла фразу, она тоже как-то и бывает слушает, она говорит, пришли там, пришла в магазин, а тут тортики, пирожные, ну тоже бывает, угу. Знаешь, я как бы не очень, но бывает, знаешь, что-то хочешь. Посмотреть, понюхать. Вот так, посмотрела, разворачиваюсь и уходи. Я вот это тоже зайду, посмотри, так, Ира, Таню помнишь? Разворачивайте, валяйте. Слышишь, Руська, это самое. А мама видела, лицо перекосило? У какой мамы? Тебе сколько мам? С нашей? Ну а чьей? Что, у больна с мамой? Ну приди глянь. Ну на туалете. А, это да. В смысле перекосило? Ну посмотришь. Посмотришь. Перекособочило. Ну вот это орхидея вообще. Ира, ничего, какое второе, очнись. Очнись, такие розы красивые. Ничего, и пахнут. Да им уже, знаешь, наверное, дней 10. Наверное, дней 10. Mm. Дней 10, это точно. Давай вермишель будем. Нет, нет, Ира, ну какая вермишель? Нет, нет. Ира, очнись. Ну, сыр тебе ни к чему, потому что... Уже поздно его рассасывать. А зачем его рассасывать? Ты уже кушал что-то. Борщ поешь? А что она в туалете до сих пор? Сиди чай, туалет, чай. Где Карюшка? А, Карюха тут работает, да? Работает. Да, так. Боишься куколок моих? Не, я что-то сидела. А, ты тут сидела? А как вот тут заходить? Под штору так? Ира так придумала. Ой, вот тебя тут... Да? Ты скажи, пальцы. Да. Она спряталась. Это вас скотчем до сих пор, да? А ты знаешь, я хочу снимать. Да, снимать надо, да. У меня все окно да? Снимать, знаешь, почему? Потому что ты видишь... Мне кажется, оно до сраки. Вот это касается... Это касается окон с деревянными рамами. Не знаю. А вот эти просто стеклопакеты вылетают. Вся мошкара, оно не разлетается. Вся мошкара, уже видишь, она на балкон, которая залетает, она приклеилась в этот скотч, это меня все помалит. Мама, стены не трогай, найди по стенам, Ира. Оно уже полгода, полгода. Ира, на санитазе, иди по стенам. А ты руки мыла, что сумка ходит? Ты руки мыла? Да. А как же, что ли, я тебе была, руки помыла? У меня полгода, и солнце шпарит, понимаешь, его зубами... И оно все потом не отдерешь зубами. Вы посмотрите в интернете, как снимать правильно, там есть... Нет, там останется, я шо-шо. Мне кто-то присылал в Инстаграме, смотрите на мамочку. Ой, боже, ой, мама, у тебя телефон. Да? Мама, где ты на балконе? Не, это у родика. Все нормально? Так посмотри, посмотри на маму, как ей перекосило. Да, жалко, конечно. Бачишь, стекла. Раз, два, три, четыре. Я у Иры уже. Скоро будем ехать. Сейчас сидим и едем, бо мне надо на 2 часа на репетицию. Давай, давай. Любимые сестрички. Это от меня. Это лимонное дерево. Лимон три. Мама, иди, хай Ира на тебя гляне. Шо? А что ты ходишь, как пахан с сумкой на плече? Мне что ли тоже вышло? На сумкой на плече. Что такое? Ира, сумкой на плече. А я видела, я тоже говорю, что сумка ходит. Что такое? А что ты сумка ходишь? Посмотри на ее рот. А что у нее с нормально, там ничего такого нет. А Вилька решил тебя упустить. Ира, ну ты что, не видишь? Я кото сразу. Встань ровно, ты стоишь как... Ну это старческое, у всех опускаются вниз. Да нет. Да что нет? Посмотри, вот улыбнись. Зубы, чтобы было видно. Ты видишь, что опущено? А вот оно. Мы уже не все закрыли. Улыбнись и камера дивись. Не закрыли. Бачишь, вот сейчас опущено? Или не бачишь? Мене сразу як поставили, зуби так було, а тоді не було. Та що би не сказала, коли вона розговорює, я таке, я кажу, тебе що зуби криві стали? Вона каже, ні. Я говорю, що таке? А, смотрю, у нього опустилась. Ну ти що, не бачиш? Бачиш, опущена? Що б ти не сказала? Та у людей всіх все опускається вниз зі старістю. Та не знаю, що. Одна така брова, друга така в багатьох пишуть. І щоки опускаються. Да? Ну да, взагалі-то да. Я не знав такого. Капець, у нього опустилась.
Я что, у тебя ищешь какую-то масляность, какую-то хреничную ищешь? Борщик пахнет. Сейчас попробую, я шеф-повар скажу. Сейчас попробуем. Что скажешь? Столовский борщ. Сейчас скажем ей лучше. Сейчас посмотрим, я скажу, как есть. Бачу. Я что, на выставку его готовлю? Вот именно. Я котлеты не буду пробовать, сейчас хочу борщ. А котлеты еще, Ира, куриные? Да, ну у меня родик такие любит. Ага, хорошо. Оно даже не котлеты, оно как оладушки. Ага. Ну хорошо. Хай будет. Что будет? Обедаем, родинка. Спасибо. Спасибо, зайчик. Спасибо, зайчик. Там картошка, картошку отставляет. Да кто там будет отставлять? Не, ну привет. Борщ с картошкой, но... Хороший борщик. Ого, тарелка. Хороший борщ. Спасибо, Рыбка. Савелка. Это маленькая тарелка. Сейчас попробую. Я тебе даже небольшую. Угу. Томат такой самый вкусный, как я люблю. Ира, вкусный, но я варю другой. Все варят. Но вкусный борщ, ничего не скажу. Ты научилась. Сметану. Наверное, по моему видео дивилась. Вроде она первый день замужем научила. Со сметаной. Сейчас я помидорчики. Вкусненький борщ. Кушайте. Вади, камеру режь. Давай второй. Мне борщ больше всего нравится. И с фрикадельками, вам сказать, лепилось. Боже, что вкусно. Вот ты понимаешь, вот когда оно вот в таком виде горелое, оно хорошо переворачивалось. Стыдно предлагать. Нот. Значит, это у меня был остатки. А да я угадаю. Попробуй. Я попробую. Попробуй. Не угадает. Творог. Ну, я уже начала говорить. Ага. Дальше. Я не чула, что она сказала. То... Какой-то фрукт. Яблоко. Три яблока. Угу. Три яблока. Грамм 300 творога мне посмотрела. Ну, мука, яйцо и все. Яйцо, муки нет. Крахмал? Нет. Вот этот ингредиент не угадаешь. Манка? Нет. Лапша. Отруби. А, отруби. Угу. Да, вкусно, что-то не придумал. И вот мне надо было это все, не кефира, не фиа, а чуть-чуть ряженки. Потому что кефир, думаю, что-то, знаешь, что-то с них слепить. Где-то упало. Да так. Ладно, сам говорю, уберу потом. Нет, не парься. Кушай, бери с медиком. Угу. Ничего? Вкусно. Мама, тебе как? Ну, там есть немножко. Я пока котлеты есть. Я одну попробую. Возьмай, да. Ну, рот перекосила, я там творог. Ты перекосила? Мам, тебе ягоды, не надо тебе это есть. Там сахар есть. Ну, трошки один попробовать можно. Ну, а потом у тебя сахар 10-12. Миша! Помидоры он есть желтые. Я что поняла. А что такое длинное? Яблоки метёл. Творог блендером перебила. Очень вкусно. Два яйца. Ну, там хорошо, там и яблоко, муки нема, тільки що сахар. Там сахар. Вона помідори кушає, там сахара нет, зайчик, не переживай. Вона помідори з сахаром є. Ні, нема сахара. Вроді буде довго об этом думати, переваривати. О, контролер. Ні, ти хотіла. Ещё будеш котлетку? Ні, хватит, їй так багато. Ира, очень вкусно, кстати. Спасибо, Ира. Я, я такого не ел еще. А я знаешь, как их вообще делаю? Эти меня, знаешь, вот, ну, неудачные, потому что я миксовала, мне надо было это все утилизировать, продукты. А вообще я делаю кефир. Угу. Кефир, ну, полстакана, стакан кефира, полстакана достаточно. Ну, полстакана Ира, кефира, немножко соды, яйцо, яблоко. Тру. Угу. Одно, два, по желанию, как хочешь. Ну, одного достаточно, угу. Если на полстакана. И добавляю отруби. Добавляю отруби так, чтобы было густенько. И вот, ну, вместо, она постоит вместо полчаса, муки, да? Вместо муки отруби. И отруби, вот они тоже не очень хорошо насыщают. Они выходят с организма в том виде, как, то есть они у тебя нигде не откладываются. Ну, а ты их ждешь, чтобы они разбухли? Ну, немножко. Но только добавлять надо их так, чтобы не получилось, что там их, понимаешь, не добавил. Ну, да, чуть-чуть. Ира, очень вкусно. Вот эти получаются отменные. Оладьи я их часто делаю. Но это у меня же был творог, я решила, что мне надо куда-то его тоже. Творог? Ну, это очень вкусно. Творог, яблоки. Вкусно. Три яблочка, да, вот три яблока. Ну, вот видишь, на вид вроде бы не дуже, да? Да, вкусные. Спасибо. А вот первые немножко прозевала, что-то делала, прибежала, они подгорели. Но очень хорошо перевернулись. А эти уже стали... Оно нет, горело. Вот я съела один такой. Да, ничего страшного. Бери еще. Не, спасибо. Давай ряженки. Не, Ира, хватит.
Ты давай, давай, потом скажешь, надо было отказываться. Возьми ягоды. Савель. Я тебя знаю. Бери закуси. Ты тоже такие любишь ягоды. Бери кушай. Мама, ешь. Я ем. Ну, маме это много. Ты что, знаешь, ей... Так съешь, горсти хватит. Бери и кушай тоже. Вся в золоте. Ну, я показала. Есть. Я кажу, у меня есть девочки. Вот все самые ближе к вам. Я кучку сняла. Вот оно мешает, да, оно мешает все. Оно мешает все, у тебя тоже нет. Больше я вообще крайне редко делаю. Крайне. На мама Люба. Люба хай нос. Уже старые пальцы, уже все. Я не ношу постоянно. Сюда ехала, одела, приехала, снимаю, ложу в тумбочку. Так самое главное, что у нее такое кольцо такое самое. Вот, да, я сказала. Точно такое. Копей, копей. 1,65 вес. 1,75. 1,65. 1,65. Я люблю перстни. Кого? Да. Кого любишь? Перстни. Помнишь, что у тебя был перстень с рубином? Да. Перстень был шикарный, с рубином. Камнями, да? Это отец нет, за меня его тебя покупал. У был с рубином перстень, не с камнями. С Александритом был. У меня корун был розовый. Корун за Самвела. А это не рубин был? Нет. Корун. Был корун, да, красивый цвет перстень. Такой яркий. Да. И такой вот, вот этот перстень мне нравился. Да? Она ж проиграла его. С Москвы, по-моему, его купил. В Москве покупил. Хороший вес. Это ты, что проиграла тоже. А тогда? Разве за Самвела не медальончик близнецы у тебя? Вот уже медальончик. Нет, медальончик я сама купляла. Я работала в школе. Не было еще Самвела, я работала в школе. Вчера не было. Да нормально у нее все, не чуди. Иди на свой рот посмотри, тоже кривой. Шупыки. А что шупыки? Семья варанов. Все люди самые вкусные. Мама, не трожь руками. Со старостью не. Ну я буду колоса сказать. Краше не становится, понимаешь? Ну что ты? Я колоса. Что там? Давление нормальное? Тебе надо колоть губы, Ира. Давай сделаем. Сделаем. Прям ты мне будешь колоть. Ну я с тобой пойду. Будешь мне колоть и сидеть. Да, сделаем вот эти складки, уколем и губы. Придешь такая надута. Что тебе колоть? Тебе. Я говорю, сделаем вот эти, я тебе покажу. Мне не надо, нахера. Да, нахера нанесла. А ты бы хотела? Посмотрим. Ну, мне кажется, ты хочешь. Вот все равно вот эта женщина не хотят. Да, Карина, а ты бы тоже хотела, да, такое? А что, если... не улянет. Вот как ты считаешь, если бы на месте мамы... Нет, тебе нет. Тут вот если бы ты на месте мамы была, уколол? Губы, да, чуть-чуть? Подняла верхнюю? Да? Дуже цілий. Самвелка, я коло себе беру. Беру там. Давай сделаєш, Іра. Ми її не скажемо. Я не прийде, ти як риба золота із акваріуму. Та ні, ти що. А баба любить риба. Так? Баба риба любить. Поставить тебе в ванну, наліє води і будеш плавати до утра. Самвел, бери з цієї сторони. Я тут. Мама, я не хочу. Чого ти причепилась? Я не трогала там. Я коло себе руками беру. Іра, нет. Я ничего, я наелся очень. Ну что, борщ? Вкусный борщ. Я немножко другой просто варю. Как-то у тебя, не знаю, какой-то вкус знаешь, другой. Ну знаешь, они получаются еще вкус борща от овощей. Буряка, да. И от томата. Капусты и от томата. Да. Вот, бывает... Влияет да, вот это, да. Да, да. Смотря какой буряк, какая капуста, какой томат. Совершенно вкус, верно. Цвет, томат и вот и капуста. Потому что капуста тоже бывает очень разная. И картошка бывает разная. Ну, я картошку, кстати, не ем в пирожных. Вообще, вот я почему вам говорю, оставляю, я картошку. А зачем ты ее вся... добавляешь? Ну как, я ж не одна ем. А если бы ты, допустим, целую кинула в начале варки вместе с мясом, чтобы она разварилась, и просто ее истолчь туда, она сделается, знаешь, как бульон будет навариться. Я понимаю, но я не ем картошку в первую. Ну так ты не будешь ее. Нафига она мне нужна в таком растолченном. Но она будет незаметна, ты не будешь думать, что ты ешь картошку. А мне это не надо, я не хочу себя обманывать, я просто не ем картошку первую. Да. Во-вторых, то есть то же самое пюре ты ешь? Да. А разваренное тоже? Ну, не ем, я ее просто отставляю в тарелке. А почему? Ну, не хочу. Вот не хочу, не ем. Ни в супе, ни в борще. Зачем тогда бульон? Ну, единственное, только если, кстати, если крем-суп готовлю, там уже, ну, по-любому ты ешь. Пюре я готовлю крайне редко. Мы картошку очень редко едим. Я тоже не помню, когда пюре уже. Как-то это самое, Гена любит жареную картошку. Купила картошку, пожарила. Это такое дерьмо. Шо? Сама картошка была отвратительная. Сама картошка, шо? Понимаешь? Вот, знаешь, вот я ела, во-первых, она отвратительно жарилась. Это такая картошка, значит, была. И знаешь, вот, наверное, раз в полгода я жарю картошку,
попалась отвратительная картошка, вот сама картошка. Я картошку покупаю чуть-чуть. Вот мне ты просто не разбираешься, наверное, какая хорошая. Я пошла, купила 3 картошки на суп. У меня картошки в доме нет. Там надо мне там... Мама, слушай. Будь здоров, правда. Мама поправилась, будь здорова, да. Мама поправилась, что, видишь? Я еще тогда похудала, будь здорова. Да где похудала? Ну, платье висит на ней. Поход. Ирочка, платье висит. Да, уже лицо было вот такое, если бы она худала. Ну, платье висит. Но все говорят, что она, ой, похудала, каждый раз видите, ой, похудала, ой, а куда, чтобы от нее осталось? Ну, больше 56 не важу. А есть весы, Ира? Есть. Сважимся. Уже понаедалося. Понаедалося. Родя, принеси весы из-под кровати у бабушки в спальне. Есть весы, на которые наступаем. Принеси. А зачем? Принеси, бабушку Таню будем важить. А зачем мы вам вес? На 100 вопросов надо. И Самуэла сважим. Узнаем, толстая она или нет. Надо знать, сколько... Надо узнать, сколько у нее сахара. Пойди, принеси, зайчик. Это 100 вопросов. Ой, я устала. Устала же? От чего? От планшета. Я сейчас принесу, пойду. Да и что ты ж... А, видишь? Побежал. А что-то разбирается в этом, да? Конечно. Он же был когда-то учудил. Все мастер, все мое. Короче, он не мог себе загрузить игру. Что, серьезно? Решил, что памяти нету. Все, я беру планшет, у меня все вытерто. Все мои игры, и YouTube, все вытерто, ничего нету. Он все почистил. Это все сделал? Да. Это, а игра, знаешь, видно, была платная, дети, он и игру не закачал, и мое все стер. Так ты можешь себе представить, что если бы ребенка вот из первобытного общества, вот там родить тогда, вот 1000 лет назад, и, или 2000, и представь, и перенести сюда, вот нет, он бы вырос такой же. Ты можешь себе представить, что мозг готов? Вот я висит какие-то колхозные. Ну какие есть? Давай, ну, да, это. Вот есть. Мам, извините, у нас такие. Ну какие есть. Рось, подожди, я у тебя электронные, да? Ну да, у меня умные висит. Становись. Ну, вот 19. 19 килограмм. Слава богу, ты с метки 15 сдвинулся. Ого, зайчик, я видел. Смотри. 19. Смотри. 19, да. Смотри. А ну самое косовое. Да я сейчас до хрена. Я сейчас поел. 83. 83. Ну, если мы штаны, все, я без штанов. Ну да, 82. Ну, это я поел. Хорошо. А ну давай. Тоже похудел, так, да? Ну, понятно. Немножко вроде как, да. Сколько? 87? Да. Потому что? 54. Ники 4. 55. 6. Я хочу ну, 55. Ну, 55. А ты сколько весила? 55? Да. Ну, так я 54 уважала, 55, 56, не больше. Не больше, раньше больше. А что, говорит, о, кобыла, не? 56. А не посмотрите, о, кобыла. Таня. А ты сколько весишь? Скажи. А. Мама, иди руки мой. Угадай. Я думаю, что 65. К Тане. 65. Так это мало, ты что? Зачем? А что ты хочешь? 50? А была сколько? До беременности была 58. Ну. Это тоже для меня так. 55. Да ну ты что, будешь всех дистрофить. Нет, тебе хорошенькая, ты такая... Ну, нормально, не знаю. Да, мясисто. А ты что не стала? Не хочу. Я сама хитра. Я 4, наверное, не становлюсь на весы. А чего? А зачем мне лишние какие-то... Стресс. Лишние стресс. Мама, я не хочу. Мне это не надо. Ой, все с вами ясно. Ой, семья Шупики. И выезжаем. Родичка, во время сколько? 12.04. Мне в 2 надо быть в Днепре. На работе. Да, надо ехать. Еще маму надо завести. Когда потихоньку доедет, там посты, мосты вот эти у нас сейчас тоже еще. Знаешь, бывают пробки. Давай, зайчик. Куронька. Жене привет большой. Диане с Лешей привет передавайте. Мама, давай, по 10 раз в туалет. Памперс одела и вперед. А Коля выслал тебе сумки, Ира? Давно. Да, вот же одна. Где? А, вот это, да? Он отдал в темноте. Отдал же. Хорошая сумка. Да. Угу. Это кожаная, да? Кожа, наверное, да? Конечно, подарить.
А тебе, кстати, красивая сумка такая. Прикольная. Ну, 15 евро. Не из дорогих. Ну, я за две сумки 30 евро отдала. Я повесила так. Сетка сумка помогла. А что ты без следков, без всего? Как так можно идти с босыми ногами? Ой. Ира, я не знаю, где она росла? Это женщина, чи це що це таке? Подожди, мама. Мам, подожди. Чого? Подожди, Карина, не надо. Ага. А я не хотіла нічого одівати дома. Ну, нельзя, такі туфлі нельзя носити. Слідочки, носочки такі. Усе є. На трюш, понимаєш? Обувь. Я не хотіла. Думаю, сьогодні 8. Мам, подними ногу. Викинь у мами там ото. А що там тобі не лізуть? Ти сюди багато натягнув. Там Ванька якась. Так, давай. Хочешь, не кинь нахер в окно. Все. Ну вот что скажешь? Они ушли. Мам, подожди. Я знаю, я просто притяну. Давай. Мама, я к ней. Ты знаешь, на ногах? А мы тебе ногти не обрезали. Спасибо. Мне? На ногах? На руках. Я обрезал. Обрезал? Да. То ты в прошлый раз? Я нашел просто ножницы. Ира, сейчас, так. Угу. Так, теперь мне сумочку. Карина... Карина стоит телепает этой сумкой. Да, пусик тут не это самое, пусик тут бы чокнулся. Почему? Да. Вот это сидит в этих палатах, на кафеле сидит. А шо, коты должны жить. Глаза вам еще больше. Вы увидели здесь. Он бы слился с квартиры. Отдашь пусика? Шо? Пусика отдашь? Не. Давайте, выходите. Не. Землю чеша, і знаємо, що завозити будемо цього чорненького. Пусик, ти остаєшся вдома. Ну, хорошо. Бабушка. А? Бабушки Полі. Пока. Один, родичка. Давай попрощаємося. Давай, один. Родя. Родик, іди сюди, зайчик. До свидання. Все хорошо. Третій раз. Да. Родик, зайчик, давай, пока. Родик, давай, Самвелка зве. Самвельчик зве, іди сюди. Та він не грається. Ну, може, ви... нехай буде потім і грати. Іди сюди. Родик, іди сюди. Пока, зайчик. Іди сюди, пока. Зайчик. Пока, пока. Іди давай, до сюди. Мене, я теж пока, говорю. Зайчик. Іди сюди. Родик, ну, не люблю. Та да що ви орете? Боже, цигані. Зайчик. О, не люблю. Мама, давай, все, а ти прогуляйся. Карюшка, давай, зайка, пока, пока. Ми поїхали, а ти гуляй. Це уже. Це Лой Голлівуд. Громче нас ніхто не орёт. Громче вас ніхто не орёт. Видел соседи мои? А, ноль? Ну, вообще-то так. Говори, нехай, теперь... Что ты вот чудишь? Вот и всё. Вот делов-то. Что ты чудишь? А ты что, не знаешь, что такая кнопка скасования? Есть, но нам нельзя было эту кнопку одно время нажимать, потому что лифт глючил. Ой. Ну не заглючив же. Ну это хорошо, что не заглючив, если бы заглючив, надо... спуститься на 50-го. Ты что, все будет? Мамка бы осталась, а пой. Ну осталась бы осталась, ну так нахера лифт ломать? Знаешь, ты начинаешь тыкать методом, знаешь... Нет, я нажал туда, куда надо, с косуванием. А нахрена ты первый нажимаешь, если... Я не знал, я на первый этаж еду. На любой этаж я такого, только в Запорожье, бачу. И лифт на две стороны, бред какой-то. Ну а шо это? Это супер современно. Ай, да. Ай, да. Все. Ноль. Могилёвый. Еночке, привет большой. Да, хорошо. Я, Лёша, Елена, всем, Жене, всем привет. Мне вот эта новая почта нравится, что есть вот это вот. Вот это, конечно, нету. Я знаю, да. Ну, потому что у вас ворота закрылись. Это вообще шикарно. Ворота закрылись, хрен теперь. А лифтёрши нема, да? Мам, лифтёрши не было. Это консьержка, она теперь сидит через подъезд. Через подъезд. Лифтёрши. Через подъезд. Ой, сейчас. У нас сейчас въезд во двор, как у Самвела, через шлагбаум. И тут хорошо на улице. Дверь открыта. Сегодня жаркий день, вчера не так. Дверь открыта. Сегодня жарко. Ира, не туда. Не знаю. Я просто вышла в банк. Привезена. Чего? Привезена. Я знаю, какая машина. Дмитровская девочка. Припаркована. Ируська, зайка. Нет. Язва. Як тебе могло стукнуть 52 года?
Ну, я не могла соступать. И жила-жила, докатилась. Докатилась. А тебе уже 41, сколько? Капец. Ой, котик рыжеляненький. Подивись, ты бачишь такого кота? Покорми, выйди. Дай ему еды. Он привыкнет до тебя. И заберешь домой. Я и будет жаленький красивый. А ты посмотри, какой красавец. Я... Это как Гене нравится. Русская голубая. Я не люблю вот эти треугольные ляненький. Морды. Знаешь или вот. Нет? Я люблю круглые морды. Ты не слышишь? Если не доверяю, бежите. Ага. А если бы ты покормила раз, два, три, знаешь, я тебя ждал бы. Я думаю, ты со мной согласна. Больше не зачепляйся ни с каким котом. Хватит тебе, а то его головно не будет. Да, ну, вообще, но дело в том, что коты сами меня находят, я их не цепляю. Мы умеем произвести. Мы умеем сделать фурор. Он все равно будет делать то, что он хочет. А, ты же глянь, Ира. Глянь. Смотри. Посмотри вот это. Нужно. Я на сердце стало. Бачишь? Да не, ну... Вот. Теперь смотри. Шо, я думала больше. Покажи, где он нажал. Больше, да. Угу, вот. Ирочке покажи, где нажал. Вот. Вот. Так же вот. Да, вижу. Знаешь, видишь, нигде ни царапинки, знаешь, ничего. Ну, вот под этой карой. Я расстроилась, я думаю, машину поцарапали вот тут, знаешь. Не-не-не, вот. Вот ну это же... Ну, конечно. О, ну там на дворях. Я думаю, можно стоило разбить, да поменять. На дворях у него покажи. Да. Маме, он показал. Покажи. Давай, зайчик, все, надо ехать. Давай. Все, давай, 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 Богу, давай, давай. Позвоните, когда будете гавкать. Ты пока, Ирочка. Ой. Не едьте быстро. 80. Такой скорости. 80. Вот так, Ирочка. Я медленно ехал. И люди. Да, да. Он, видишь, на девочку эту выскочил и... Ну да, козел. Это ужас один. Не бачив. Хорошо, каже, что... Знаешь, Ірочка, її Бог одвів, вона всегда його садила на переді, а цей раз посадила назад. Якщо по переді її сторона, там вся зім'ята була, не було б хлопця. Потеряла. Видишь, тебе теперь что надо? Теперь тебе да, надо... все надо учитывать. Мама, давай, это мне надо на дорогу. Все, Ирочка, закрывай. Все, давайте, пока. Пока, Ірочка, пока. Пристегивайся. Да, ой, господи, забываю сама. Господи, сейчас. Зараза. Вот, нехай. Направляйтесь на северо-восток. Та ну шо вам северо-восток? Я не можу вам застебнуть. Ну ти ще полуумна. Слава Богу. Слава Богу, чо ти? Не кричи каждый раз на мене за це застежку, хай і чорт. Давай, Руська, пока. Пока. Вездеход не боїться. Нічого, не бордюра в них. Бордюр, все, с Богом. Пока, пока, спасибо, Руська, пока. 100 метров, поверніть направо. Сейчас, Волка, поверну, як ти кажеш. Затем поверніть направо. Все, поверну. Повернула направо. Фух, ой, о, бач, як вискочив. А якщо б на великій скорості? Не взяла. Поверніть направо, затем виконіть розворот. Направо.